У меня есть фейколиповая граната. Да ты за***ся с фейколиповой гранатой. Блин, граната, настоящая граната, кто-то просто настоящий, сука, вы идиоты. Как я на выживание стал? Меня лифт людей съел. Стена красивая, стена красивая. Блин, нет! Что ты сделал? Ты нас убил! Да, давайте, заходите, давайте. Я знаю, что ты кинул. Я... Ага, я знаю, я так и знал. Все, сука, нате вам, это, блядь, отместочка. Там кто-то едет все равно живой. Здравствуйте. Да вы что, пацаны, вообще балдели? О, нет, нет. Обратно! Скромник отметил. У меня есть граната, не фейколиповая. Да, есть ли граната? Нет, мы на своих все потратили. А хочу сообщить вам, что я открыл собственные сервера по SCPSL. Так что если хотите поиграть и даже попасть в видео, то ссылочка в описании. Также всем использующим промокод AMSERG скидки на донаты разного рода плюшки на сервере. На поле боя, боец. Вы что, ебанутые? Верните меня домой. Я туда не пойду, там стреляли. Да, слушай, брат, я на самом деле пацифист. Да, я тоже. Я, короче, просто завербовали, блядь, я не хотел воевать. Я тоже не хотел. Все, нафиг, да. Блин, придурок какой-то, права купил. Смотрите, даже печеньку передавил. Стой, дебил, это стоп-хам. Карманы мне давай сюда, быстро. Пацаны. Это что, эту статую перемололо? Бетон, блядь, бесплатный, открывайте карманы, наберем, бетона продадим. Че там? Да там, типа, что-то... Ну ёб... Твою мать. Тихо. Стоим как пингвины. Тихо. Команда потолок. Не смотреть. Нахуй? О, блин, давай кулаками тебя забьем, сука, на. И блять, рофу. Малой, пойдем сдриснем отсюда. Танцевали. Я там от. Я там... Просто, ты просто заходишь в лифт, нажимаешь на кнопку, уезжаешь. Там проблема в том, что там челикс. Я челика с монстром, да, закрыл. Это пофиг. Смотри. Я неуязвимый. Спасите. Ладно, там проблема. Понял. Да мы тут заблудились, мы тут от старости помрем. Все. Можете развязать меня, я в принципе вообще нормально, чувак, типа. Могу справку показать. Нет. Да блин. Просто если что, я же вас спасти могу. Мы в комплексе затеряемся, растворимся, как, не знаю, как чай в водке. Нужно взорвать комплекс. Да, давайте ебнем. Давайте ебнем, действительно. Карточку. Братан, слезай. Если вдруг встречаем охрану, ты, короче, их отвлекаешь, у меня есть волына, и хуй. Понял? О, понял, я отвлекаю. Серг, когда видео? Никогда. Если отсюда не выберусь, то никогда. Я тут умру, и видео не будет. Един только на С. А почему? А что тут такое? Есть такой монстр, который не видит тебя. Ну так пойдем, если раз ты он... хочешь медленно. А, если медленно, бля. Слушай, да мы так, блядь, до вечера будем идти. Там НТФ! Амсер. Какой еще НТФ, нихуя не знаю. Вы же есть НТФ, да? Правильно? Ну, да. Вы же армия. Вот и все, мы к своим идем. Да. Мы к своим идем. Базарю. Круто будет. Пацаны, спасите! Там хаос, спасите! Там хаос, спасите! Блять! Ебаный срал! Пацаны, я обратно к вам вернулся. Синих мало, они тупые. Я с вами, короче, буду. Я как Швейцария, у меня нейтралитет, блять. Да так-то победит с теми и пойду. Я с тобой пойду. Развяжи меня. Как насчет того, чтобы помансить немножко? Ща. Вы его отвлекайте, я убегу. Отвлекайте его, давайте. Бля, не выйдет нихуя. Да, все, пока, дед. А че, он съебался? О, хай, Марк. На ёбка. Назад. Ты была на ёбка. Положить. Слушай, выстрел. Блядь. Вы чё, рофлите, что ли? Сука.
Ладно, все, все, стою. Там, короче, доктор. Все, 049, и он мне сюда... Не надо, мы сдаемся. Сдайте оружие на землю. Все, понял, ща. Я по блату. Все. Все на землю, оружие. Все, может связать. Я тут. Оружие все, минус, просто. Брата, вон оно лежит. Вот, смотри, все выкидали. Красава. Хуярь его. Шатай его. Давай. Ну чё, повели ты его? Вилкой глаз или жопу раз? Вилкой глаз. Поздно. Вот, смотри, это самоубийство. Да. Пистолет на него направлен. Тогда отнимайте. Выходите, блять. Пойдем. Не пойдем. Ух, ёбать. Я вас спас, братаны. Успокойтесь, я ж за вас. Давайте я вас выведу. Идемте. Блять, нет, там НТФ убегаем, нахуй. Сука. Хлопцы. Ай, а где мой товарищ? Ему пизда. Давай, быстро. Пиздец. Просто, сука, на волосок от смерти. Блять, вот не вовремя я вас спас, конечно. Вы теперь нахуй трупы, братаны. Доктор, мы свои, блять. Доктор, мы свои. Охрана комплекса. Вот, военная форма. Давай поправь. Сука. Я ж кажу, охрана комплекса, все в порядке, все нормально. Самолетика убери, блядь. Ну, Ава Мария де Усвольд. Давай, по бочкам режь. Ебать, чисто смерть, ебать. Мне помощь нужна, меня сейчас убьют. Я тебе один лейтенант, не лейтенант. Парни, ну столько СТП, ну это просто невозможно пережить. Вообще нормально. Так это вышло нормально, мы ж не читерили, правил даже не нарушали. Я тут. Это типа все, ну бывает. Такое иногда редко, но бывает. Не, толпой. Да че вы идете все на это? Чувак, мы пи***ц. Я тут хуйню видел, поэтому я не хотел идти первым. Нет, ну пока. Да нет. Какой-то смех. Он мертвый, его убили. Уходим отсюда. Кто? Там пиздец какой-то, нет, братан. Братан, держи, пока не сможем. Вот это вот полярная звезда, видишь? Какая из них, блять, их тут штук 300. Вот самая яркая, вон там. Да не все яркие, ты чего гонишь? Ну в смысле, вот. Вот видишь ковш? Какой ковш, чувак? Ты чё, блядь, ковш. Под ЛСД? Ты чё не заливаешь? Это просто звёзды. Там ещё Орион есть, там мужик голый. Блядь, ты ничего. Вообще короче. Ох, блядь, я сдаюсь. Сука, ты за***ался своим Орионом, блядь. Ой, там еще один из наших. А, нет, не показалось. Ребята, у меня вопрос, а когда в столовку пойдем? Я вообще кушать хочу. Мы на улице пойдем жрать пикник. Доктор, мы хотим извиниться, мы вот вам D-класс перевели. Открой нахуй это дерьмо, блядь. Пиздец. На кого он сагрился, блядь? Я не смотрел на его лицо. Сука, я не смотрел, я тебе базарю. Он с жопой стоял, я только его с жопой заметил. 049, спасите, доктор, спасите, нахуй. Доктор защищает, доктор спасает. Очень, знаешь что, Усатик, держи меня за руку, пошли постепенно и наверх. Давай, за руку, дай меня за держи. Руку, за руку, я тебя за жопу держу. Давай. Нет, там хуйня какая-то, подышали. Да ты охуел. Что там такое, я не смотрел, блядь. Морду. Братан! Я ебал! Мне, пожалуйста, большую колу, Биг Тейсти, а моему другу пиццу Маргариту, и чтобы все в пакет завернули, пожалуйста, подпущите к интеркому. Тихо, заткнулись, нахуй, блядь! Тихо, я пиццу заказываю. Так, мне, пожалуйста... Скажи супермясную. Ага. Так, мне, пожалуйста, Биг Тейсти, да? Потом гамбургер, куриный паштет, пожалуйста, с помидорками. И значит, Пепси, банку Пепси, да, 4 банки Пепси, пожалуйста. И большую мясную пиццу, да. И все, чтобы с собой завернуть, короче. Конечно. Чтобы все это принес, короче, командир Мога. О, заебись. Он все похерил, он пиццу похерил, все сожрал. Да не надо говорить, что сожрал. Я понимаешь, перестрелки прострелили. Че ты пиздишь, что я потом с пола подобрал и съел? Нет, Абдуль, я знаю как. Пицца дырявая, правильно?
Да? Да. Сейчас. Теперь он тоже дырявый, пускай жрет. Подсадите меня, подсадите, я по вандали, я по вандали, подсадите. Давай, давай, посаживай. О, блядь! Ура, давай, посаживай. Блять, что стоять, блять! Это был тактика обезоруживания. Меня обезоружили, короче, тут какой-то дзюдо нахуй. Блять! Сука! Я ж первый среагировал. Вытащите меня, я не хочу умирать. Блять, где ты, не нахуй? Давай, находите меня. Мне тут плохо, мне нужна минералка. Да сейчас быстро, я тут в шкафчиках ищу. Ща. Да это новое, нашего фонда. Ща, освежимся, счастье на голову плесну, так сказать. А, заебуба. Ой. Что? Ёб твою мать! Серега, это ты что ли, блядь? Успокойся, мы тебе минералки принесли. О, у вас вижу карточка пластиковая, давайте я вам зарплату снимем. Ну, старый человек, я же знаю, вы даже телефоном пользоваться не умеете. Я вам помогу пин-код набрать, скажите пин-код просто. Я тебе могу налом выдать, смотри, вот подойди, проведи у меня между губами этой карточкой. Ты машину хочешь показать? РПД-ся провел карточкой. Смотри, монетка выпала. Здравствуйте. У нас машина. Уёб. Здорово. Ёбаный урод, откуда телефон? Слева, по-моему, наш был, он тут на стене спрятался, как идиот. Нет, уже ушел, походу. А, нет, монолитовец, пойдем. Блин, наши умерли, походу. Ёб твою мать! О, ученый. Что такое? Ладно. Открывай. Они половину наших сожрали. Уходим, тогда уходим. Эти твари сожрали Виталю. Бедный Виталя. Я не хочу туда. Давай, быстро. Дебилы кусок. Стой. Все. Тихо нахуй, дебилы. Ну нахер. Почему я-то, блядь? Прости, братан. Бежим, блядь. Бежим. Ох, блядь, я застрял. Давайте в интерком зайдем, попытаемся проломить дверь, короче, головой. Базарю сработает. Я его ногой вышибу. Не выходит. Нихуя, я мощный. Ой, ля, предлагай туда не идти, там сейчас свет выключит, короче, в пизду. Да нормально, вот, фонарик же есть. Somebody wants to go насрол мне. Бегите нахуй, чё, дыми вы вообще? Виталя! Не надо! Виталик, не надо! Да чё ты за мной бежишь? Беги влево! О, блядь! Мне начинается в темноте всякая хуйня верещится, вы где? Я здесь. Я прыгну. Куда ты прыгнешь, то ёбай? Я Эй, слезь, я тут прыгать буду. Криш. Ты что, лягушкам что ли? Если кто-то не даст мне пистолет или автомат, я прыгну. Мне нужно что-то мне дайте ценное. Автоматы, пулеметы, пистолет. На планшет. Ты дебил, да? Центральный, поли, нам просто со стороны не видно. Он идет. Вижу Д-класс. Это боженька. Не стрелять. Да, пускай кто-то выведет его. Огонь! Стреляйте. Блять, я первый сдох. Пацаны, мне патронов не отсыпали. У меня один магазин. Чё это, блять, за коммунизм такой? Лифт едет. К бою. Вау. Блять, собака! Ёбаный в рот. Хорошо, что я затупил. Да комплекс, блять, сейчас взорвется. Какие хиты? Да. Сейчас ёбнет. Первая тройка. Я согласен. Сейчас ёбнет, блядь! Вызывай обратно! Понятно. Вызывай обратно вертолет, блядь! Куда он летел? Отойди! Ох, блядь! Санка! Ёбнула же? Да, ёбнула. Блядь. Отстойно мы сработали, но все же ёбнула. Прием. От 1 до 5 укажите уровень пиздеца. 4. 66. Ёб вашу мать. Я, короче, проспал. И все говорят, что тут срака какая-то. Да, это полда, это туда. Да. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Можешь меня не кусать, блять, я и так сейчас умру от сердечного приступа, да. Пацаны, спасите нас, я хочу домой, все. Что будем делать, какой план действий, кто тут самый главный? Вот, ты. Fuck you. Давай, командой. Откройте. Ёб вашу мать, мне карточки нет. Блять, вечером прийти, что ли? Ёб твою мать! Подтверждаю, вижу ее сраку. Блядь, дед! Сука, дед! Блядь, мне пизда, короче, чуваки. Прощай! Пресс-эф, тупой респект! Пошли нахуй! Там дед, вы чё стоите? Наник! Блядь! И он сейчас... Я не вижу! Каким образом, блядь? Я сдаюсь. А вы спавнитесь? Сдаюсь. Я тоже сдаюсь. Я сдаюсь. Ну давайте, учитывая оружие. Вот. Чуваки, у нас тут четверо дебилов пришли и сдались по очереди двоим дебилам. Один, который даже связан. Меня связали. Нас тут как бы больше, мы вас заклюем. Мы вас, да, сейчас. Нас больше. Мы вас толпой отпинали. Ну вот нехуй было щелкать ебалом. Тихо, мы сдаемся. Да, все, сдаюсь, правда, все, вас все дохуя, я сдаюсь, блядь. У них приступ случился, пацаны, мы это не мы, но они подскользнулись, смотрите, ебать, голова проломлена. Сек, мне кажется, нас спалили. Нам сейчас эти винтовки в жопы запихают. Да иди ты нахуй со своими планами, блядь. Смотри, сколько ты хорошо, дорога. Я не развязываю. Чуть-чуть, блядь, им сделать должен, нахуй. Я журналист. Не имеете права, ебать. Идите нахуй. Добрый день, 049. Значит, мы проводим очередные процедуры вместе с моим хорошим другом Дарк Легионом. Значит, он у нас как бы глава службы безопасности. Вас тут все устраивает. Чая не надо? А, свяжи его, Дарк. Чай не надо. Ладно, мы-то, значит, проводим типичные, короче, эти процедуры. Значит, сотрудник Д-класса должен подойти к вам на расстояние, сейчас померю линейкой, 55 сантиметров, подойди. Где оно спрашивает, где его чай? Чай будет. Сначала процедуры, значит, проводим с Д-классом. Потом сразу чай, может, даже два. Мне вот холодной бутылкой есть, и бутылированный, и пакетированный. И в пакетиках, и рассыпной, и байховый. Вообще хорошо, любой хорошо, есть. Передаем. А можно не надо? Д-класс, не беспокойтесь, все нормально. Вы просто под дулом пистолета и под клювом. Мы вам чай принесли, собственно, как договаривались, да. Значит, вот блять, вот, короче, у нас лаванда, да. Вот, короче, боярышник, батины травы, короче, бля, индийский чай, да? А вот еще чисто для вас принес, короче, пэр из Гваделупы. Чай, ну кидай, чай кидай, там фонарик. Вот, короче, чай из Гваделупы, да, неплохо такой, знаешь, блядь, индийский. Ну, в смысле, из Гваделупы, да, не индийский, да? А вы, случайно, по ветрям не заражены? Передают тебе. Нет, конечно, не заражен, я привык и все делал, короче, от кармы почистился, перед телевизором точно? Воду заряжал. Да, точно, абсолютно, я базарю. Вот у нас, кстати, еще есть, да, вот такая шняга, называется транквилизатор, не хотите попробовать, да, я могу, значит... Йоу, транквилизаторы. Да, хотите, я могу предать, вы куда, подождите. Почему нам, подождите. Он не хочет больше с тобой. Ну, это, блин, ладно, ща, нужно что-то придумать. Чуть поветрие в тебе. Чуть-чуть. А почему она, блядь, ну нахуй. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.